Всем здравствуйте! Татьяна Брухунова, известная модница. Девушка с удовольствием публикует на своей странице в соцсети замысловатые образы, однако болезненно реагирует на критику. Накануне супруга юмориста опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем 31-летняя избранница Евгения Петросяна предстала в платье-халате с оторочкой из страусиных перьев, шляпке-таблетке и элегантных лодочках с изящной застежкой. Образ завершали очки в ретро-стиле. На новое фото Татьяны Брухуновой отреагировала стилист Лариса Тимиряева. Женщина заявила, что одежда девушки не соответствует возрасту. «Наряд не вяжется с хозяйкой», — отметила имиджмейкер. Якобы на жене юмориста подобные вещи смотрятся, как на девочке, которая нацепила мамины платье. При этом в своем комментарии Тимирязева сделала комплимент обуви Брухуновой и похвалила за шляпку. Избранница Евгения Петросяна сильно обиделась на критику и разразилась гневными сторис в Instagram-профиле. Имидж-стилист Лариса Тимирязева дала мне оценку. Вернее, моему дневному аутфиту. Я готова выслушать критику от профессионала, но имидж-стилист Лариса Тимирязева, такого даже в Яндексе не найти. Высказалась Татьяна Брухунова. Как пояснила девушка, она не доверяет стрёмным страничкам ВКонтакте. Также она не против выбросить половину своего гардероба, если ей это посоветует авторитетный представитель мира моды. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!